Коптер может оснащаться системой позиционирования DRTK GNSS. Всем привет, с вами Александр Устинов, и сегодня у меня на обзоре профессиональный коптер от DJI, полетная платформа Matrix 600 Pro. По сравнению с предыдущей моделью Matrix 600, данный коптер обладает улучшенными полетными характеристиками и грузоподъемностью. На данном коптере установлен полетный контроллер A3 Pro, оснащенный тремя блоками ENS и GNSS. Здесь, как видите, имеется три GNSS антенны, точность позиционирования по высоте 0,5 метра и в плане 1,5 метра. Масса коптера 9,5 кг с аккумуляторами TB47S, и 10 кг с аккумуляторами TB48S. Грузоподъемность данного коптера до 6 кг. Максимальная угловая скорость при наклоне 300 градусов в секунду, при повороте 150 градусов в секунду. Максимальный угол наклона 25 градусов. Максимально допустимая скорость ветра 8 метров в секунду. Коптер по умолчанию оснащается 6 аккумуляторами TB47S, опционально может поставляться с аккумуляторами TB48S. Все 6 аккумуляторов объединены одной платой распределения питания и включаются одной кнопкой. При выходе из строя одного из аккумуляторов коптер продолжит полет. Заряд батареи можно проверить прямо во время полета. Максимальный взлетный вес коптера 15,5 кг. Время полета с аккумуляторами TB47S до 32 минут без груза и до 16 минут с грузом 6 кг. Время полета с 6 аккумуляторами TB48S до 38 минут без груза и до 18 минут с грузом 5,5 кг. Максимальная скорость 65 км в час в безветренную погоду. Рабочая температура от минус 10 до плюс 40 градусов. Matrix 600 Pro – это гексокоптер, имеет 6 пропеллеров, которые складываются при транспортировке. Также имеется складное шасси. Три GNSS-антенны при транспортировке также складываются. Коптер может оснащаться системой позиционирования DRTK GNSS, которая позволяет получать данные о положении в реальном времени с точностью до 1 см. M600 Pro поддерживает управление с помощью мобильного приложения DJI Go, а также ПО нового поколения Assistant 2. Дальность управления до 5 км на открытой местности без препятствий. Коптер позволяет транслировать видеосигнал в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Максимальная скорость набора высоты 5 метров в секунду, максимальная скорость снижения 3 метра в секунду. Максимальная высота полета над уровнем моря 4,5 километра. Зарядное устройство позволяет одновременно зарядить до 6 аккумуляторов. Время зарядки 92 минуты для аккумуляторов TB47S и 110 минут для аккумуляторов TB48S. Пропеллеры защищены от пыли, электродвигатели имеют активную систему охлаждения во время полета, что позволяет повысить надежность работы. Коптер DJI M600 Pro совместим с серией камер DJI ZenMuse. С помощью трехосевого стабилизатора DJI Ronin MX на коптер можно установить целый ряд камер от стандарта Micro 4 третьих до кинокамер типа RED. Итак, это была распаковка и краткий обзор технических характеристик профессионального коптера DJI Matrix 600 Pro. Я также планирую провести полевые испытания. Чтобы не пропустить следующие обзоры, подписывайтесь на канал, оценивайте данное видео, пишите комментарии. С вами был Александр Устинов. Всем пока!